Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Евгений, спасибо огромное. Ребятушки, в этом треке будет что-то восточное. Посмотрим и послушаем, друзья. Посмотрите, ребята! Йога, что ли? Йога, наверное, занимается. Ой, классно! Точно это. Ой. Два человека только? Да, так? Ну конечно. Парень, девушка. Как будто много рук. Четыре. Шикарно. Ребята, извините, скажу, да? Увидите такие движения? Как будто паук, да? Это же надо сделать так. Я вот смотрела, я думала, паук. Вот это же надо так руки все синхронно делать. Ну это, мне кажется, ребят, это как, нереально. Это как йога, наверное, или нет? Ну это гимнастика такая вот называется. Ведическая, что да. Ли, или нет? Ну, или, как... или мы неправильно это называем? Ну это как танцы считается. Классно. Очень интересно. Классно. Не то, смотрите, спортивно. Как, видите, как он сидит? Она на нем как паучиха, ребят. Да почему? Да это же... Ну как своего, это? Это спорт своего рода. Ну это же пилотаж. Очень сложно делать, понимаешь? Они реально похожи. Это не просто как... А похоже, ребят, и лицо, и руки, и сила, ребят, это нереально. Посмотрите, посмотрите. Это нереально. Посмотри, как сидит. Как сидит. На одной руке. На одной руке. И уверенно стоять. Как красиво, да? Красиво как! Посмотри, как, а! Ой, ну посмотри, это нереально! Да, классно! Красивые кадры! Посмотри, как стоит. Посмотри, где ноги. Как они, как ну, они это, сделали это картину. Это какая-то парная йога, это да. Очень, слушай, наверное, сложно. Слушай, у меня мурашки по телу. Вот ну, помнишь, это спортсмены. Помнишь, раньше было вот это, как называется? Как называется, вот так смотрел? Дети, когда маленькие, собирали труба камешки. Подзорная. А? Не знаю. Калейдоскоп. Калейдоскоп.
Они же сделали движение, как в калейдоскопе. Ты видела? Они ногами какое сделали движение, какой узор. Калейдоскоп. И много этого было. Именно и ноги, и руки поднимали так, как будто приходил рисунок. Ты понимаешь? Да, красиво очень. Они показали нам калейдоскоп из человеческих тел. Молодцы, ребята. Прям, знаете, ребят, респект. Респект огромный. И, во-первых, какая картина, да, какая природа. Они же делали это не там где-то, а именно где подходит. На природе, да. Чтобы тела их были похожи, и цвет, и они нам, и тело, и они намазали свои костюмы таким цветом, под цвет вот именно песка. Понимаете, ребят? Ну, естественно, всё шикарно сделали, ребятка, это фантастически. 6 миллионов просмотров, конечно, это... Да, это же фантастически, все продумано. Голос красиво пел, да? Майони, майони, и музыка такая классная, да. И природа, и океан, и скалы, и гимнасты. Вот все продумано. Шикарно, ребятки. Вот смотрите, спасибо смотрели, большое, да? Евгений. Евгений, спасибо огромное. Мы такое, конечно, не увидели бы. Мимо нас это прошло бы. Просто прошло бы. Но мы, ребятки, скажите, классно, мы классно. Насладились, да? Классно, ребятки. Спасибо огромное, Евгений. Огромное спасибо. Прям очень понравилось. Классно. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.